35-32. Холодин 35-35. Данилов 33-42. Коротков Петр 35-40. Понебратец 34-08. Прокопишин 33-41. Коняев 33-25. Коваленко Виктор 36-09. Митюков 32-27. Луговой 35-03. Сагарулько 33-42. Королев 34-26. Герасимов 35-01. Рапаев 35-04. Пустовит Антон 30-33. Иванов Иван 29-50. Бакаев 33-57. Кулинищев 35-32. Кого не назвал? Меня. Кирчик, фамилия. 7-8 минута. Надо пропустил. Надо как-то разбираться. Понаехало столько сразу, что... Михалыч не ожидал такого наблюдения. Что не успел кнопку нажимать и... Ну ладно, все, пойдем. 41, по идее. На десятке 21.05 себя. Что примерно, если бы так приехал... 42, может. 42, 41. А еще кого не назвал? От клуба ветеранов имени Чува. Хочу поздравить самого молодого победителя этих соревнований. За Игорь, победе. Наверное, тебя хотят. Да, поздравляю тебя с победой. Своих. А коты на... И за волю к победе. Да, да. Денежный, да? Приз. Себя не засекал. А ветеранов имени Чува. Ну зачем? Ну я уже позже там выключил. Гиб-гиб, ура! Катайся. Там процентная ставка тренера. 40, вот так вот. Не, быстрее, 36-20 делать. Там, Игорь, у тебя сзади карман смотрит. Так, Иванов, подгоню, десятки ехали, да? Так ведь? Да. Значит, это 21-29 у Кривоноса и 22-32 у Ганю. Да, Ганю, так время. Не, еще не самый последний. Витек, сколько ты? 36. Ну так сравни свой самолет и мои дрова. Ну, да. Ну так тренируйся. Я сегодня первый раз в год выехал. Вообще. Не аматора и тебя, блядь. А что, профессионал? Выехал в год, что? Ну у тебя сколько спонсоров, ты профессионал явно. Витя, ты не расстраивайся, он за неделю пробегает столько, сколько ты проезжаешь. Да, не расстраивайся.